кто Ролан Быков, автор фильмов «Айболит-66» и «Чучело», говорил о добре. Мысль о том, что добро должно быть с кулаками – демагогический перевертыш. Сила добра в самом добре. Победа добра не в подавлении, не в уничтожении, не в захвате. Тут иной способ победы. Добро побеждает тогда, когда оно остается добром. Дело вовсе не в непротивлении, по-толстому. Непротивление – это отказ от борьбы. Вопрос смирения как мудрости. Добро не борется. Оно существует или нет.